Я вот решил записать все концовки Silent Hill и показать вам. В принципе. Так что посмотрим все концовки. Какие есть. Их вроде 5. Это получается хорошая концовка, да? Когда он с ней куда-то там сваливает, да? Интересно. И туманный Silent Hill. Костюм водителя грузовика. Интересно, интересно. Так, ну это первая концовка. Хорошо. Первая концовка, хорошую посмотрели, окей. Следующая концовка Silent Hill. Сейчас посмотрим, какая. Ага. Отец. Скорее всего, тема чего было? Ага, костюм воина ордена. Короче, тема, скорее всего, искупление. Типа, или греха. Вместо него, типа, утопили не Джоша, то, что мы утопили случайно, точнее, он утонул, а именно тема греха, короче. Короче, око за око, зуб за зуб, что-то примерно так. Ладно, короче, вы поняли. Так что, дорогие дамы, будем смотреть... Дамы и господа, будем смотреть другие концовки, вот. Следующая концовка Silent Hill. Ну, в смысле... Костюм пирамидоголового. Нифига себе. Короче, ну вот это эпичная, кстати, концовка, хоть и криповая, но, короче, ребята, вот такая необычная концовочка. Третья. Вот, осталось еще две. Одну, которую мы видели, и другая, по-моему, Прайнло, короче, вот.
Четвертая концовка Silent Hill Homecoming. Сейчас посмотрим. Посмотрим, оценим. В общем, сейчас посмотрим четвертую концовку. Silent Hill. Чего? А в чем разница? Не пойму. Или то, что он без нее уйдет. А, вау, костюм полицейского. Круто, круто. Ладно, будем смотреть последнюю концовку. Ну и последняя концовка Silent Hill, скорее всего, та, которая была у нас на стриме. Ну, то есть, прохождение. Ну да. Это она. Что-то звук немного отстает, ну да ладно. Кстати, эта концовка в начале, когда нас приковали, если вы помните, в похожей комнате 206, да? Угу. Жуткая концовка, ну да ладно. Ну, короче, костюм санитара. Всем спасибо за внимание. С вами был канал Казуко Family. Всем до новых встреч. Мы посмотрели все концовки Silent Hill Homecoming. А всем всего хорошего. И всем пока-пока. Ну и кому интересно, бонусом показываем, какие костюмы открыты. Ну, когда все концовки открыты. Их 5 вроде бы. Короче, это стандартный. Это молодой Алекс. Тут майка добавилась с джинсами. Потом костюм полицейского. Он, кстати, мне нравится. Довольно прикольный такой, знаете, блюститель порядка в стиле Рика Граймса из «Ходячих мертвецов». Потом стандартный костюм водителя из Silent Hill Originals, кто в курсе, который был на PSP. Silent Hill Originals. Дальше. Костюм санитара. Ну, он такой себе, мне не особо что-то костюм санитара нравится. Ну, Воин Ордена тоже какой-то стрёмненький. Мы в подобном костюме ходили в предпоследней главе, по-моему. Ну и пирамидоголовый, чисто тупо треугольная башка, и все. То есть пирамидоголовый не полностью ты превращаешься в него. Воин Ордена такое себе. Санитар не очень. Водитель на любителя, кто хочет в костюме Silent Hill Originals поиграть. Вот. Мне костюм полицейского нравится. Полицейский выглядит прикольно.
Вот. Ну, единственный костюм, который мне лично нравится. Вот. Молодой Алекс тоже довольно прикольный. Вся эта черная футболка и джинсики. Вот. Ну, классический костюм мы привыкли изначально по новой игре. Вот. Так что, в принципе, я бы выбрал, если бы перепроходил третий раз игру, либо молодой Алекс поиграл бы, побегал, либо костюм полицейского. Ну, забавно было побегать в костюме полицейского, пострелять монстров и навести порядки в Silent Hill. Вот. Так что, как-то так. А всем спасибо за внимание, всем до новых встреч, всем всего хорошего и всем пока-пока.